Печкалев Александр Афанасьевич родился 2 апреля 1905 года в деревне Большой Усикай Уинского района Пермского края. Имея 4 класса образования, Александр Афанасьевич принимал активное участие в организации колхозов и был председателем сельхозартели «Пролетарий». В июне 1941 года Александр Афанасьевич был призван в Красную армию и прошел всю войну телефонистом. 20 ноября 1943 года в бою под городом Пустошка Псковской области Александр Афанасьевич обеспечил бесперебойную связь командования полка с батареями. В июле 1944 года в бою в районе города Мадона под обстрелом обеспечил непрерывное управление огнем артиллерии и вынес с поля боя тяжело раненого офицера. Во время боев у деревни Кляус-Хефен в Германии Александр Афанасьевич под огнем устранил десятки разрывов провода. Был ранен, но продолжал обеспечивать связь. Войну Александр Афанасьевич закончил полным кавалером Ордена Славы, был награжден Орденом Отечественной войны.